Вам сегодня поступил платеж из Соединенных Штатов Америки на 80 тысяч рублей. Я вот вчера скорую вызвала, так до сих пор не пришла. А вы так раньше денег приехали. Вас вообще не смущает такая сумма? Такая сумма не смущает. Меня больше смущает пенсия в 12 тысяч. Обещаю скоро повысить. Повысить? А, на 500 рублей-то? Ага, слыхала. Знаю. Да между Россией и Америкой идет холодная война. Вы получили помощь от врага. Да я нанесла им финансовый урон. А наше правительство им солдатов поставляет. В смысле? Прямом. Все их дети там учатся. Прям на вражеской территории. Охерели совсем. Пошел отсюда. Уйди, я тоже тебя ниндзю натравлю. Какого ниндзя? Деда своего, он уже 5 лет у меня на дошираке сидит, злой как ниндзя. Валентина Ильинична, вопрос принципиальный. Вас могут обвинить в шпионаже. Да если я американцам все про Россию расскажу, что знаю. Они всем вышлют денег из жалости. Скотина! Уебай! Я 15 лет администрацию просила, чтобы мне крышу подлатали. Так я дождалась. А тут люди добрые помогли, так вы и то забрать последнее хотите. Да Америка наложила на нас санкции. А мне нравятся такие санкции. Еще 2-3 такие санкции, я дом тебя покрашу. А? Так у вас тут ничего страшного. Я вас поставлю в очередь на капитальный ремонт. Да ты что, это какая очередь? Мне 73 года, я после последнего инфаркта сериалы не смотрю. Боюсь до финала не дожить. Да верните деньги, они вам принесут только несчастье. А ты знаешь, с нашими ценниками пара дней, и я снова счастлива. Вас не поймут соотечественники. Ну и ладно, с такими деньгами вообще держаться лучше от них подальше. Пошел отсюда, я сказал. Валентина Ильинична, а вы верите в Бога? А что это грех? Это страшный грех. Ну и слава Бог, хоть после смерти своих увижу. Валентина Ильинична, ну обратитесь в жилищный комитет, соберите бумаги, оцените дом. И если вам повезет, то вам залатают крышу. А может мне вообще в Сирию уехать? Зачем? А там сейчас Россия всем хорошо помогает. Вам все равно заморозят счета, и вы не сможете воспользоваться деньгами. Понятно. То есть сами не помогаете и другим не даете, да? Как-то так. Но я вам сам сейчас крышу сделаю. Да ты что, сыночка, правда? Ну да. А может деньги поделим пополам? Да я бы сразу это предложил, была бы наличка. С безналом не получится. Ну че, может что, чайку поставить, а? Поставь, бабуль, поставь. Ага, сейчас я пирожков тебе погрею, пирожков. Сейчас все будет. Сейчас все будет.